Эдуард, поздравляем с 6-й победой команды подряд. Для начала попросим тебя дать комментарий по игре. Тяжело ли она тебе далась сегодня? Ну, как и все игры, конечно, тяжеловато. Готовили к сопернику, хорошо разобрали. И очень сильно помог быстрый гол. И то, что мы действовали агрессивно и, конечно, реализовывали свои моменты. Ты забил долгожданный гол. В очень важный момент точно и уверенно исполнил пенальти. Расскажи, что чувствовал тогда и в какой момент принял решение пробить его именно так? Ну, конечно, очень ждал этот момент и, ну, спокойно себя чувствовал. Сразу понял, как буду бить. Вот поэтому сделал паузу, увидел, что он завалился. И осталось только в ворота попасть. Слава богу, конечно, долго к этому пришлось идти. Вот. Но вчера мы с Джоном поговорили, посидели вместе и дали друг другу задание, чтобы сегодня забить свои моменты, и нам это удалось сделать. То есть, когда праздновали свои забитые мячи, именно об этом и обговаривали? Да. Ну и 3 победы в длинной выездной серии матчей. Какая встреча далась тяжелее всего? И с хорошим настроением едешь на игры своей сборной? Конечно, ехали сюда за 6 очков. И, конечно, и кубковая игра очень важна была. Да, с хорошим настроением. Сейчас надо быстро переключиться. Очень важные игры в сборной. Вот. И хочется, конечно, поблагодарить болельщиков. Вот все-таки у нас такой выезд получился, что мы не находились дома, вот были все время в разъездах в Нижнем Новгороде, в Москве, вот, и их поддержка, конечно, очень сильно нам помогала, вот особенно сегодня их было слышно, наверное, только и как будто только наши болельщики были. Эду, мы гордимся тобой, капитан, желаем удачи и выступления в сборной.